Прежде чем рассказать вам о новых приключениях Петрова и Васечкина, напомним, чем закончились предыдущие. После того, как в пионерском лагере их приняли за хулиганов, они столкнулись с настоящим хулиганом, Гусем, и одержали над ним победу, но все вместе оказались в изоляторе. А в это время в лагерь, наконец, приехала Маша и подарила горе-хулиганам книгу. Это была удивительная книга. «Дон Кихот». Первым ее прочел Васечкин, и тут и начались новые приключения Петрова и Васечкина. Дело было ночью. Старшая пионервожатая Инна Андреевна спала глубоким сном у себя в комнате. А за окном... Кто там? Это я. Васечкин, что случилось? Заходи. И Васечкин, с трудом сложив большой пляжный зонт, ступил в комнату. Он крепко прижимал к себе ярко-желтый том Сервантеса. Инна Андреевна, посвятите меня в рыцари. Ты болен, у тебя жар, немедленно в постель. Я не двинусь с этого места до тех пор, пока ваша милость не соизволит исполнить мою просьбу. Исполнение же того, о чем я прошу, покроет вас неувидаемой славой, а также послужит на пользу всему человечеству. В этот момент вспыхнула молния. Порыв ветра рванул фонарь за окном. И вдруг Инне Андреевне почудилось, что это не Васечкин стоит на одном колене, а рыцарь печального образа. Хорошо. Да поможет Бог вашей милости стать удачливейшим из рыцарей. И да ниспошлет он вам удачу во всех сражениях. Вы еще обо мне услышите, Инна Андреевна. Да, а вас никто не обижает? Нет, Васечкин, никто не обижает. Васечкин, Васечкин, куда же ты? Васечкин, подожди! И Васечкин, так же таинственно, как и появился, исчез в беспросветной ночи. А на рассвете он уже тормошил Петрова. Петров, проснись! А? Что? Тихо, тихо. Игра на всю жизнь. Рыцарь, путь перед тобою простирается дорога. Если хочешь стать героем, пожалуй, рыцарь, путь во имя славы, одолеешь все препоны, заслужишь ты по праву благосклонность юной Донны. Кто такая эта Донна, чтобы вскакивать чуть свет? А глаза ее бездонны, их прекрасней в мире нет. Если ты оставить эти странные затеи, но ведь
каждому рыцарю печального образа необходим свой Россинант, а Санчо Пансо необходим осел. Но таковых в лагере не оказалось, и храбрый рыцарь со своим оруженосцем взгромоздились на двухместный велосипед и покатили навстречу подвигам. Проезжая мимо спальни, где спали девочки, они притормозили, чтобы бросить последний взгляд на крепко спящую Машу, то есть, простите, Дульсинею. Васечкин достал предусмотрительно написанную записку и, всунувшись по пояс в окно, положил ее у изголовья прекрасной дамы. После чего друзья покатили навстречу восходящему солнцу. Слушай, так что получается? Дон Кихот вроде как играл в рыцаря? Нет, это он всерьез. Так что же он, псих? С мельницей сражаться? Сам ты псих! Ах, я псих? Тогда я возвращаюсь в лагерь, сам совершая свои подвиги. Погоди, Петров! Дон Кихот всех, кого побеждал, заставлял признать, что Дульсинея Тобольская самая прекрасная в мире. И мы всех будем заставлять, чтобы они прославляли Машу Старцеву. И тогда она станет знаменитая, ну, как Боярский. Если как Боярский... Я согласен. Давай, поехали. И друзья двинулись дальше. Они въехали на пригорок. И вдруг... Васечкин, давай сюда. Тебя тут подвиг ждет. Где? Вот, посмотри. Великан? Да это же мельница. Но ведь Дон Кихот тоже сражался с мельницей. Вот и ты сражайся. А я посмотрю, какой ты рыцарь. Иначе признавай, что Дон Кихот псих... А ты трепло. Дон Кихот не псих, а я не трепло. Смотри. Лечу, ни пуха, ни пера. Лечу, ни пуха, ни пера. Я вам признаюсь честно, что это странная игра. Что это странная игра. Ужасно интересно воображать, что ты герой, добившийся успеха. Пусть это все забудет игрой. Мне это не помеха. Но если кто-то вдруг решит, но если кто-то вдруг решит, что струсил ты немножко, что подвиг можешь совершить, что подвиг можешь совершить ты только понарошке, то прочь фантазии тогда. Старания утрою и докажу вам без труда, чего я правду стою. Пускай победы нелегки, пускай победы нелегки, но такова работа. Пускай хохочут дураки, пускай хохочут дураки, глумясь над Дон Кихотом. Их сам оставит в дураках, насмешек всех сильнее, и он прославится в веках, вославив Дульсинею. Васечкин, который хотел всего лишь припугнуть Петрова, сам не ожидал такой прыти от своего Россинанта. Не слушаясь тормозов, старая машина мчалась под уклон. На всем скаку он врезался в крыло мельницы. Оно подхватило его и завертело вместе с верным Россинантом. Бедный Васечкин не удержался, отпустил крыло и с огромной скоростью понесся по воздуху, продолжая сжимать пляжный зонтик. Зонт раскрылся! Его, унося все дальше и дальше. За ним, пытаясь не отстать, мчался несчастный Петров. Ну вот, Петров.
сюда подкралась подлая. Не понимаю я никак, кому нужны такие подвиги, еще к тому же натощак. Зря безрассудство уважали мы, оно нас губит иногда, иногда, хоть великан воображаемый. Зато реальная беда, ведь от фантазий не изменится ничто решительно вокруг. Как ни верти, а все же мельница не станет великаном вдруг. Зря безрассудство уважали мы, оно нас губит иногда, иногда, хоть великан воображаем. Зато реальная беда. С ним вечно что-нибудь случается. Вот улетел и далеко. Когда-нибудь он долетается, как с фантазером нелегко. Зря безрассудство уважали мы, оно нас губит иногда, иногда, хоть великан воображаемый. Зато реальная беда. А в это время в лагере начался переполох. Гусь, Гусь, проснись! А, что? Чего? А где ребята? Уже выписались? Эх ты, спящий хулиган. А я перевоспитываюсь. А пока не перевоспитался, как дам по ушам. Ну-ну, потише. Все, и Маша, и Инна Андреевна, и даже Гусь обвиняли себя в том, что ребята сбежали из лагеря. Что же делать, скажите на милость, это я во всем виновата. Объясни, наконец, что случилось. Просто уже сбежали ребята. Это все из-за меня, я над ними издевалась. Что еще им оставалось? Убежать, как от огня, не дождавшись света дня. Боже мой, какая жалость. Это все из-за меня. Удалось им загадочно скрыться, это я во всем виновата. Он и вправду решил, что он рыцарь. Что случилось? Сбежали ребята. Это все из-за меня, это я не доглядела. Я помочь ему хотела, не сумела, не успела, не смогла средь бела дня разглядеть серьезность дела. Это все из-за меня. Я должна вернуть их обратно. Это я во всем виновата. Это просто невероятно. Далеко не ушли, вероятно. Это все из-за меня.
Я побег проспал несчастью, в поисках приму участие. Это все из-за меня. Это все из-за меня. Это все из-за меня. Поскорее возвращайте. Эх, пол царства за коня. А Петров в это время стоял на краю пропасти. Слезы катились у него из глаз. Дорогая Маша, пишу тебе это письмо в самую горькую для меня минуту. Наш друг, самый лучший, самый мужественный человек на свете, настоящий рыцарь. Ну, короче, любимый наш Васечкин. Петров! Петров! Извини, Маша, на этом я пока письмо свое прерву. Петров начал лихорадочно оглядываться, пытаясь определить, откуда несется таинственный голос. И вдруг увидел колодец. Он бросился к нему. Васечкин! Петров, вытащи меня отсюда. Сейчас, сейчас. На, хватайся за ведро, Васечкин. Ой, поймал? Ну, сейчас вылезу, ты у меня не так поймаешь. Васечкин жив! Петров, а я думал уже все. А я ж ну не думал, да? Вот думаю, все, конец. Что я твоим родителям скажу? Нет, теперь я тебя одного ни за что не оставлю. Ладно, становись на колени. В смысле? Буду тебя вооруженно посвящать. Ладно, посвящай. Отныне ты сам чапанца, верный вооруженец от славного Дон Кихота. А в лагере заканчивались последние приготовления к поисковой экспедиции. Инна Андреевна, Маша и Гусь сидели в машине. Их провожал весь лагерь. Итак, дорогу. Что ж, пора. Счастливого пути. И пуха, братцы, не пирай. Пусть не препятствует жара, пусть не препятствует жара. Вам беглецов найти. Неужто нам их не вернуть? Неужто не найти? Со славою пустились в путь. С пути такого не свернуть. От гуся не уйти. Хоть им и по 12 лет, умны не по годам. И у меня сомнений нет. Они оставят в жизни след, они оставят в жизни след. Разыщем по следам. Ну как же нам найти тот путь, что к славе их ведет? Тревога мне сжимает грудь. Не дрейфь, разыщем где-нибудь. Вперед! 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 А виновники этих треволнений в это время стояли возле кучи камней, преградивших им дорогу. В это время к осыпи подошел старик. Совсем плохо, когда дороги нет. Дедушка, а давайте я вам помогу перейти на ту сторону. Спасибо, сынок, спасибо, дорогой. Я пока и сам могу. Старик аккуратно отложил в сторону посох и сумку, потом подошел к осыпи и, схватив камень побольше, покатил его к обочине. А зачем вы камни убираете? Мне спешить некуда. А другой спешить будет, может, плохо кому. А тут дорога завалена. Сколько времени уйдет? А, пошли, Петру. А может, все-таки поможем? Если хочешь, чтобы слава о тебе жила в веках, значит, не имеешь права застревать на пустяках. Поспешим отсюда прочь, поспешим отсюда прочь. Надо дедушке помочь.
язык. Тут работа, этим глыбам нет числа. Может, нас за поворотом ждут великие дела. Вдруг не будет больше шансов в деле проявить талант. Так за мной мой Санчо Панса, так вперед мой Росинант. Поспешим отсюда прочь, поспешим отсюда прочь. Надо дедушке помочь. Где тут подвиг, тут работа, этим глыбам нет числа. Может, нас за поворотом ждут великие дела. Ты тогда иди вперед, разведай. Только без меня уж подвигов не совершай. За поворотом Васечкина и вправду ждал очередной подвиг. Там мирно паслось стадо, которое охраняла большая черная собака. Васечкин принял ее за волка и вступил с ней в единоборство, однако тут же струсил и обратился в бегство. В результате чего разогнал стадо, окончательно раздразнил мнимого волка и... Добавок, что было, кстати, труднее всего, разбудил чабана. Ты что, мальчик, волка от собаки отличить не можешь? Чему тебя в школе учат? Зоологию учи! Двоечник! Двоечник! Удрав от разъяренного чабана, Васечкин вернулся к осыпи, где Петров и старик уже заканчивали работу. Быстро вы управились. Это все дедушка Надар. Представляешь, ему 102 года, а он знаешь, какой сильный. Человек пока работает сильный. А у тебя как дела? Да я там одному пастуху волка помог прогнать. Неужели опять волки появились? Последнего мой дед убил. Вай-вай, нехорошо. Идите сюда. Есть хотите? Ешьте. О, спасибо. Спасибо. Все-таки очень хорошо, что мы дорогу расчистили. Абавиди шаупере! Абба Митти Шаубере. Только тот по-настоящему герой, кто о славе слова не проронит. Не гонись за нею, мой родной, слава все равно тебя обгонит. Победный рог большой трубя прогремит от края и до края. Но зависит только от тебя, добрая она или дурная. Помни к славе, выбирая путь, к ней ведет не всякая дорога. Чтоб с пути прямого не свернуть, сил тебе понадобится много. Нет, скажу вам, только тот герой, кто о славе слова не проронит. Не гони за славой, мой родной, все равно она тебе обгонит. И ребята отправились дальше за славой.
День был в самом разгаре. Пора самая неблагоприятная для странствующих рыцарей. Поэтому, когда впереди показался дом, друзья очень обрадовались. Когда они подошли поближе, то увидели, что перед домом в большой квадратной яме девочка лет 8 проворно месила глину. Держи книгу, Петров. Подскажешь, в случае чего. Да ладно, ладно. И Васечкин направился прямо к девочке. Не соизволит ли сообщить прекрасная Донья, в чьи владения занесла злосчастная судьба храбрейшего из рыцарей и его оруженосца? И не вы ли хозяйка сего достославного замка? Нет, я не хозяйка. Я с бабушкой живу. Постой, прелестное дитя! Скажи мне, не скрывая, как своему родному папе, не обидел ли тебя кто? Может, злой великан бродит в окрестностях вашего замка? Нет, нет. Брось ты, Васечкин, совсем ребенка запугал. Не мешай, так принято. В таком случае вы должны признать, что в мире нет прекраснее прекрасной Дульсинеи Тобоской, известной также повсюду под именем Маши Старцевой. Здорово, Васечкин. Согласны ли вы признать это? Согласна, согласна. Отныне и навеки, везде и повсюду вы должны прославлять это славное имя. Хорошо, хорошо. А может быть, тебя твоя бабушка обижает? Так ты только скажи. Бабушка, бабушка. И тут из дымохода большой печи, стоявшей посреди двора, высунулась перемазанное сажей лицо. Манана, деточка, тебя кто-то обидел. Папа, послушай, Петров, пошли отсюда. По-моему, тут все в порядке. Бабушка, тут к тебе рыцари пришли. Рыцари? Я люблю рыцарей. А, есть, точно. Он спросил, кто хозяйка этого замка. Замка? Твой дедушка 50 лет строит мне этот замок. Ах, домашние заботы, пусть не видно им предела. Это женская работа, не мужское это дело. Лишь была бы острой сабля, лишь бы конь других резвее, а семье построить саклю женщина сама сумеет. Пусть мужчины отдохнут, легкий повседневный труд. Это наше дело, это наше дело. Масса! Масса! Масса есть у нас причин, чтобы поберечь мужчин для серьезных дел, настоящих дел. Чтоб кормить семью и мужа, надо действовать умело. Тут подход особый нужен, не мужское это дело. Ждет мужчину подвиг где-то, вечно он спешит куда-то. Ну а женщина с рассвета не присядет до заката. Пусть мужчины отдохнут, легкий повседневный труд. Это наше дело, это наше дело. Асса! Асса! Масса есть у нас причин, чтобы поберечь мужчин для серьезных дел, настоящих дел. Асса! Ну-ка, рыцари, помогите двум слабым женщинам глину месить. С удовольствием! Асса! Манана, чего стоишь? Неси воду. Я помогу. И Васечкин с девочкой направился к колодцу. А кто такой рыцарь? Рыцарь? Рыцарь – это человек, он без страха и упрека, он в сражениях целый век против злобы и порока. И с неправдою любой рыцарь борется упрямо и готов на смертный бой. Он за честь прекрасно.
прекрасной дамы, что за радость, скажите, с великанами биться? Но знает с пеленок, что жизнь – борьба. Есть такая профессия, называется рыцарь. Есть такое призвание, есть такая судьба. Я не знаю слова «страх». Давно в руках великаны и драконы. Жизнь мне недорога, не могу я жить иначе, словно дикого быка за рога. Беру удачу, для меня это радость с великанами биться. Ведь я знаю с пеленок, что жизнь – борьба. Наша профессия называется рыцарь. Это наше призвание, это наша судьба. И надо же. В этот момент, будто услышав похвальбу Васечкина, на тропинке громко мыча появился бык. Увидев девочку и Васечкина, бык прибавил ходу и понесся прямо на них. Васечкин мужественно схватил девочку за руку и в одно мгновение вместе с ней оказался на дереве. Петров! Петров! Ты что там делаешь, Васечкин? Сижу! Беги скорее сюда! Только осторожней, тут бык! Где? Да вот же! Какой же это бык? У него вымя. Это корова, Васечкин. Слезай, рыцарь. Сейчас молоко пить будем. Настоящее, не то что в городе. А через час друзья вновь были в пути. Они свернули еще за один поворот и замерли. Скалолазы! Здорово! Слушай, Петров, а может, нам скалолазы податься? У них жизнь сплошной подвиг. Вообще-то можно. Гиви, спускайся! Пройдем еще раз до темноты! Парень на вершине скалы сделал два небольших шага назад. И вдруг... Смотри! Парень полетел головой вниз. Никто не успел оглянуться, как Васечкин подскочил к страховочному концу и схватился за него. В мгновение ока он очутился в воздухе. Петров, помоги! Сейчас, Васечкин, держись! А в это время машина с Машей, Гусем и Инной Андреевной подкатила к глиняному забору. Рыцарь — это человек, он без страха и упрека. Здравствуй! Здравствуйте. Как тебя зовут? Манана. Тут не было двух мальчиков, Манана? На тандеме. Были мальчики, только они не мальчики, а рыцари. Фу, дают. Самозванцы. А вот и неправда. Они настоящие. Они нам дом помогали строить. Один даже с нашей коровой сражался. Коровой? Подумаешь, с коровой я могу. Так чё же я рыцарь? Но ты, чё к дампрыгам? А давно они уехали? Нет, час назад. Спасибо, до свидания. Постойте, они велели всем передать, что в мире нет прекраснее Маши Старцевой. Машки? Так вот же она, чё мне хорошего? Ты Маша Старцева? Ну, я. До свидания, спасибо, Манана, ты нам очень помогла. Машина отъехала. Девочка глядела ей вслед, а затем достала из кармана зеркальце и стала смотреться в него, очевидно, сравнивая себя с только что уехавшей красавицей. А Васечкин в это время держался за веревку из последних сил. Никто из взрослых так и не успел опомниться,
как Петров оказался на скале. Он добрался до Васечкина, повисшего метрах в пяти от земли, прыгнул, уцепился за него изо всех сил. Вес увеличился, и через миг оба были уже на земле. Перепуганный, но целый и невредимый Васечкин в который раз с благодарностью обнял Петрова. Ты зачем схватился за веревку? Как зачем? Он же убийца мог. Это называется спускаться дюльфером. Смотри, все так спускаются. Ой, правда. Значит, я опять не совершил подвига. Слушай, Леночка, я когда вверх лез, это Львейс видел. Где? Вон, видишь, расщелина. Вон там вот. Есть такой древний обычай дарить Эдельвейс самой красивой девушке. Петров, слыхал? Ну, я полез. Ну, давай. И Васечкин полез на скалу. Довольно быстро он преодолел треть расстояния, но тут глянул вниз и еще быстрее очутился на земле. Слушай, Петров, я так подумал, ну а чего его рвать? Мы когда еще в лагерь попадем? Завянет. Да, правильно. Мы лучше Маше розы нарвем. Угу. Это тоже опасно. Во-первых, они колются, ну а во-вторых, на сторожа нарваться можно. Запросто. А между тем стемнело. Горел костер, вокруг которого собрались скалолазы. Васечкин взял гитару. Говорят, что нам не повезло в том, что время рыцарей прошло, что исчезли смелость и отвага. Безнаказанно вокруг гуляет зло, застоялись кони под седлом, шавчины покрылись меч и шпага. Несите мне доспехи, седлайте мне коня, и даже не желайте мне удачи. Все это ни к чему, поскольку у меня не может просто в жизни быть иначе. Пусть проходит время, не беда, остаются рыцари всегда и всегда готовы ногу встремя. Замечают иногда, но хотя проносятся года, рыцари нужны в любое время. Несите мне доспехи, седлайте мне коня, и даже не желайте мне удачи. Все это ни к чему, поскольку у меня просто в жизни быть иначе. А в это время Маша, Инна Андреевна и Гусь тоже сидели у костра. В каких-нибудь нескольких километрах от лагеря скалолазов. Зачем вы, мужчины, стремитесь из дома? Мальчишки, зачем не сидите на месте? И страх, и отчаяние вам незнакомы. Бросаете дом ради славы и чести. И где найти ответ?
какой, скажите, книжке? Как докопаться нам до истинной причины? Куда уходят настоящие мальчишки? К чему стремятся настоящие мужчины? Коней загоняют, сжимают штурвалы, а скалы и рифы царапают днище. Но нет им покоя, всего-то им мало. Чего же им надо? Чего они ищут и где найти ответ? В какой, скажите, книжке? Как докопаться нам до истинной причины? Куда уходят настоящие мальчишки? К чему стремятся настоящие мужчины? Мы ждем их слезу, утирая украдкой, и тяжесть разлуки ложится на плечи. Мальчишкам, мужчинам живется не сладко, но жить, ожидая, поверьте, не легче. И где найти ответ? В какой, скажите, книжке? Как докопаться нам до истинной причины? Куда уходят настоящие мальчишки? К чему стремятся настоящие мужчины? Нет, все-таки Машка Старцева очень красивая. К чему стремятся настоящие мужчины? А на рассвете Петров выскользнул из палатки, быстро добежал до скалы. Первые лучи солнца уже осветили трещину, где рос эдельвейс. Петров полез вверх. Несколько раз он чуть было не сорвался, но это не остановило его. Еще немного, еще чуть-чуть, и вот он. Скромный цветок, но это знаменитый эдельвейс. Никем не замеченный, Петров вернулся в палатку. Васечкин спал. Вы тут двух мальчиков не видели? Здесь они. Гиви от смерти спасали. Вот они, что разбудить не могли. Эх, Васечкин, Васечкин. Эх вы, рыцари. Поколебавшись какое-то мгновение, Петров бросился в палатку. Оттуда он вернулся с эдельвейсом. На, отдай ей. Нет, сам сорвал, сам одари. Ну ты же у нас рыцарь. Ой, какой я теперь рыцарь? Что это у вас? Это вот эдельвейс. Мы тут с Васечкиным для тебя сорвали. Есть древний обычай, самый красивый. На, бери. Слышь, Васечкин, вы это... Когда в следующий раз побежите, меня с собой возьмите, я тоже буду подвиги совершать в честь этой вашей Машки. Что может?
может быть печальней, чем комнатный уют. Коль ветры странствий дальних на подвиги зовут, как трудно удержаться и не попасть в просак. Так хочется сражаться, сжимая меч в руках. Кто за славой мчится вскачь, не избегнет неудач и не извлечет из них урока. Кто не ставит славу в грош, лежи валье, сон, давай сон в отпош. Рыцари без страха и упрека. Но если к приключениям опять тебя влечет такое увлечение, добро не приведет. Легко прослыть героем, труднее героем быть. И звание такое делами заслужить. Я не верила, что есть в мире рыцарство и честь, и была наказана жестоко. Посмотри, вокруг найдешь лишь шевалье, сон, белый сон, вот плош. Рыцари без страха и упрека. Все уселись в машину. Вилли тронулся с места. Набирая скорость, он мчался по горным дорогам, унося наших героев к новым приключениям, обыкновенным и невероятным.